Служители и телеканал «Импакт» в эту пятницу, 27 марта, призывают к посту и молитве за Израиль, за формирование правительства Израиля и за то, чтобы не были подписаны документы, которые бы не были для блага Израиля. В эту пятницу, 27 марта, пост и молитва за Израиль. Ему поклонюсь я душою моей.